старт призу Центуриона. Разумеется, вперед вырывается Флавтес. Хамзат Улубаев занимает удобную позицию и начинает делать то, что у него получается очень-очень хорошо. Флавтес лидирует, Легард вторым, Мирзабек его сдерживает. Далее Аламан Эдельвейс, Магомед его тоже сдерживает. Кинейнджел на четвертом месте по бровке, Минпресс. Ну и замыкают скачку сейчас Magic Boy и Vortex Motion. Первый раз перед трибунами. Скачку ведет Флавтес. Его преимущество перед Легардом составляет где-то полтора корпуса. На третьем месте Юрий Кулинич и Кинейнджел. Полевой стороной никуда не торопится Ламан Эдельвейс под седлом Магомета Капушева. Далее тут же по бровке Минпресс. Ну и замыкают по-прежнему Magic Boy и Vortex Motion. Флавтес лидирует. Пейс выглядит достаточно размеренным, между прочим. Никто никуда не торопится, но я думаю, что разгонять постепенно компанию Хамзат Улубаев начнет на противоположной прямой. Легард вторым. На третьем месте полевой стороной. На третьем выходит Ламан Эдельвейс. На четвертом тут же Кинейнджел. Минпресс на пятом. Ну и Magic Boy. И тут же Vortex Motion. Тут же скачку замыкают. Противоположная прямая. Начинает добавлять Флавтес. Легард тут же вторым в очень комфортной для себя позиции. Далее идут Кинейнджел и тут же Ламан Эдельвейс. Ну и Magic Boy пошел. Magic Boy выходит на пятое место. Оглядывается назад Хамзат Улубаев. Где там Юрий Кулинич? Юрий Кулинич уже начинает шевелить Кинейнджела. Олигар тут же вторым нависает над Флавтесом, захватывает и высовывает голову вперед. Ну и подъезжает Ламан Эдельвейс полевой стороной. Легард повел скачку в повороте. И Ламан Эдельвейс выходит на второе место. Флавтес пошел назад. Где там Кинейджел? Его тоже рядом нет. Легард лидирует в повороте. Его преимущество составляет где-то корпус. Против Мирзабека его брат Магомед и Ламан Эдельвейс. Ну и финишная прямая. Легард лидирует. На втором месте тут же Ламан Эдельвейс. Сможет подъехать или нет. Между ними где-то три корпуса. Остальные безнадежно отстали. Легард перед трибунами лидирует. Ламан Эдельвейс нет, не возьмет. Легард. Легард выигрывает приз Центуриона. Ламан Эдельвейс вторым, Magic Boy третий.